Козероги, привет! Твой дом превратился в зону борьбы и конфликтов. Не отчаивайся, будь терпимее, и знаешь, все разрешится само собой. В первой половине недели, если ты учишься или работаешь, будет достаточно крупный загруз, но во второй половине недели будут тусовки, будут мероприятия, и ты, наконец, узнаешь, что такое настоящая любовь. Кстати, со второй половины недели любовь овладеет твоими чувствами, и это будет продолжаться очень долго.